Нет? А что ты? Вот тухари партийные. Чего хотят, то и твои. Пишу! А? Рэбом! Полетишь! Бурому передай. Это за неделю. Угу. В партере начинают со мной чуть ли не в диалог вступать. Говорят, кошмар! Как поживает наша больная? На глазах. Пожалуйста, довольны. Ну, дядя, да! Этот блудный зверь! Господин Аслаксон, я хочу вас лично попросить, чтобы вы просмотрели рукопись, чтобы ни единого знака здесь... Копай. Сразу его не убивай. Сначала в левую ногу, потом в правую. Похожди. Я расскажу, какому разврату вы здесь предаетесь. Перед выступлением для яркости или внезапно накатил жесткий тремор. Ну или еще не начался тремор. Что помешал? Я только вещи заберу. Нельзя же так при всех чмок-чмок. О том, что надо, несмотря на обстоятельства... Многие уже успели познакомиться с ним на празднике посвящения в студенты, состоятельного руководителя Дома культуры. Будет повышение качества мероприятий, будь то День Первокурсника. Отвисло. Здравствуйте, меня зовут Андрей Васильев. Ball? What does it mean ball? Ball, it's basketball. Предполагал, что это произойдет. Ну да, она назначила ему встречу и побежала в аптеку сразу. А все, и бородку свою без понтов. Не понял, ты что, от коллектива отбиваешься? Я не убивал. Готовы? Да, это так, от бывшей сокурсницы. Это. Спасибо, Петр Ильич. Ильич Соломонов. Может ли кто выходить по углям, не обжигая ног своих? А где у тебя глазки? А где носик? Ну, а что ты смотришь на меня, как будто я убил кого-то, мама? Мало, что ли, к тебе сумасшедших приходит на прием? Немало. Только не каждый день на пустом месте скандал устраивает. Рима совершенному преступлению. Или еще вот так бывает? Я все поняла. Хотите, я вам сейчас все расскажу, как...